Тынс-тынс, ма, смотри, тут, короче, чудо-девушка и Аквамен. Круто, да? Круто, тут тусовочка, классно, давайте фонарик повесим и что там еще можно? А? Да, в общем, дорогие друзья, ставьте прямо сейчас лайк, да, ма? Да, ребятушки, фонарик, лайк, колокольчик нажмите и все остальное. Подписывайтесь, чтобы красная кнопка стала серой, как сапоги, ма. Да, это значит, что вы подписались. Да, если у вас серая горит, то не нажимайте, а то загорится красная, это опасно. Это опасно. Слева синий, справа красный, так я выгляжу. Опасный синий провал, опасный красный. Оп. Оп, а где моя? А ты мол пешком. Ну блин, а далеко идти? Ладно, чтоб тебе было не обидно, я тоже пойду пешком. Да, ма, на самом деле... Ну ладно. Ма, ты что? Ну-ка отдай, ну-ка, ты чё? Вот это... Ну всё, мы приехали к... порту, по-моему, здесь у нас новое задание, да? Нет, ма, надо дальше, пакузики, рулетики, омлетики. Вот здесь, короче, чуть подальше. Нам подписчики говорили, а постройте еще один подводный дом. Только они хотели, чтобы вход был прям тут. Ничего себе, ребяшки. Ну, тогда нам надо укреплять потолок, потому что песок обсыпется. Сейчас мы укрепляем. Подожди, что ты делаешь? А, короче, смотри. Копай вот так вот по прямой, вот так вот, вот сюда. Так, окей. О, Маша сейчас тебя затопит. Вот, копай по прямой. Я сейчас копаю вниз. Нам надо... Только не два блока, Ма, копай, а один. Окей. Копай. Вот такая глубина будет. Вот такой глубины, вот такой ширины. Окей, все, хорошо. Достаточно или еще копать? Давай, Ма, туда вот глубже туда. А, не поняла. То есть сейчас мы будем укреплять, сейчас друзья увидят, а то они не понимают, что мы делаем, а сейчас все увидят, то есть нам надо... Вот. Так, это у нас будет проходик прям к океану, ребятушки. О, я прокопала. Отлично, Ма. Так, я начинаю строить эти... штуки укрепляющие. А ты пока там дальше копаем, а вот здесь вот это все сними, этот слой. Я поняла, окей, все. Так, а я пока делаю, так. Потому что, друзья, вы сказали сделать секретный проход, вот это будет секретно. А здесь мы сейчас засыпаем песочком. Я специально поставил вот такие блоки, как они называются-то? Песчаник. О, Ма, тут надо осторожно. Я стараюсь. Я, по-моему... А подожди, я не поняла. То есть мне копать еще глубже? Прям вот там? Конечно, вот как... да, Ма. Блин, коп... Круто, да, здесь вообще? Ма, по-моему, недовольна вообще. Ма тут воздуха не хватает. Она задерживает дыхание, если что. Ма, давай там задерживай дыхание. Вот здесь. А я сейчас буду дальше. Понимаешь, он же должен быть незаметный. Поэтому делаем вот таким вот образом. Слушай, я вроде копаю, но я не понимаю, я копаю или не копаю. Ма, ты там должна понимать, копаешь ты или не копаешь. А мы пока работаем. Стыд, друзья, незаметно, смотрите, вообще, да, не видно. Ой, а что здесь такое, ну-ка. Здесь Ма, что ли, копала? А что случилось? А, все верно мы сделали. Смотри, вот. Все, давай я вот так. Я все прокопала. И теперь вот так, Ма, дальше. Дальше. Вот сюда, блин. Вот так. Аккуратно. Нет, опять того. Нет, топят опять. Я пока там закрыл, Ма. Перекрыл. Если что, воду буду перекрывать. Включи мне свет. Я вообще не вижу, куда я копаю. Да? Ма, короче, шахтер, смотрите. Я крот слепой. Вообще не вижу. Вот. Ма, ты крот? Если кто спросит, Ма, крот. Сейчас блин, там... опять вода потом. Ма, сейчас перекроем. Несите ведра. Сейчас перекрываем. Оп, смотрите, перекрываем. Оп. Ма, перекрыто? Так. Перекрыто. Ничего не вижу. Посидите, пожалуйста. А, не, вот здесь льется. Что ты тут натворил? Ну-ка, сделай нормально. Не, Ма, все нормально. Давай, короче. Я не могу, видишь, посмотри, где я. Что-то льется сверху, вон. Сейчас, помогу тебе командой. Давай. Так, сейчас вот сюда вот мы поставим вот эту штучку. Вот так вот возьмем. Так. Потом, короче, вот сюда. И... Так, ну-ка. И вот так вот. Сейчас копанем. Наверное, давай. Друзья у нас вообще не понимают, что еще происходит. Но мы так делаем. Оп. И все. Во, Ма. Да. Круто, Ма. Ты что тут, это Моисей, что ли? Ой, Ма, неправильно сделал. Тут вообще все снесло. Вот именно. Ма, как сделать-то, я что-то не понимаю. Ма, короче, копай, не знаю. Копай вот здесь и все.
Короче, сложно. Смотри. Нет, ма, здесь не ломай. Нет, нет, нет. Вот здесь копай внизу, ма. Вот здесь копай. Так. Давай, я ма. Я застряла. Ма, ты не застревай, ты просто вот так вот бери и копай, давай. Ма, куда ты пошла опять? Ма, все нормально с тобой? Да, все со мной нормально, просто... Ма, все нормально у тебя? Все отлично, все нормально, все спирально. Все, ма, давай, копай, короче, ма, копай. Вот я в полной темноте, я не вижу, что я копаю, ты понимаешь? А ты, ма, все равно копай. Так, я тут укрепляю проходик, так. Я проходик укрепляю. Ма, все нормально. Слепую все это делаю, ребятушки, вообще ничего не вижу, честно. Дай мне факел. Мам, факелы в воде не работают. О, нет, я по-моему, вообще утону. А, нет. Блин. Ма, нормально у тебя там все? Ма, тут не надо вот так глубоко копать. Я не вижу ничего. Ладно, ма, пока отойди, сейчас тут я подправлю, ма, там всплывай там куда-нибудь. Блин, давай, давай, давай. Так, смотрите, друзья, вот так. Ну-ка, прямо? О, прямо. Так, что там дальше? Вот копай, так вот копай. Делаем. Теперь мапа, он специально такая, эй, ничего не вижу. Я ничего не вижу, серьезно, ребяшки, вообще ничего слепая, как крот. Мапа, по-моему, меня разводит, друзья, что скажете? Разводит или не разводит? Ма, здесь-то видно уже, иди сюда. Или не видно ничего? Ну, плыву, плыву, да я не вижу ничего, вот честно. Ма, вот... Она глубокая. Ма, по-моему, ты меня обманываешь, а честно. Вот я могу только наверх выплыть и все. По-моему, друзья, ма меня это обманывает. Вам так не кажется? Все, вот, вот так вот. Че, вот так? Посветите, пожалуйста. О, может, ты это камень поставишь, и все будет видно. А, морской фонарь, кстати, да, можно. Давай. Морской фонарь, по-моему, работает на морском дне. Ма, копайте. Куда? Вот сюда. Вот так, смотри, вот сюда надо вот так вот копать. А, во, морской фонарик, вот теперь все вижу. Видно, ма? Давай, пока ма копает, я тут укрепляю. Капец, мы просто подводники, друзья, какие-то. Да, подводники, подлодники. Так, ну достаточно, мне кажется, куда еще копать-то? Давай, всё? Давай, давай, ма, копай. Просто копает, ма. Просто, мне кажется, Женя меня троллит, он просит меня просто копать, понимаете, под водой. Не-не-не, смотрите, у нас здесь будет проход, а вот здесь надо поглубже, вот так вот. Так. Вот, все, я уже до дна докопала, понимаешь, смотри, там уже морское дно, ниже некуда, понимаешь, все. Вот, смотрите, друзья, ну да, вот так и надо, вот, и здесь будет подводный бункер, подводный дом. Наконец-то, давай делаем. Не-не-не, стой, ма, ну что ты делаешь, подожди. Подводный дом. Ма, ты неправильно делаешь, так, а вот здесь. А вот так здесь заделаем, так, вот ступенечки наверх. О, кстати, из морского, может, фонаря ступеньки, о, красиво. Да, все, давай, чтобы освещение было наше тритомское. Вот, и вот здесь, вот здесь. И вот здесь начинается наш дом, вот здесь на песке прямо. И здесь будет о, из стекла. О, все, все поняла, окей. Дом из стекла, прозрачнее, я так поняла, да? Да, ма, давай, вот, вот так вот делай, вот так вот. Давай, делаем вот так вот, и вот так вот, и сяк вот. Тебе помогать, что ли? Конечно, мам, помогай. А я пока там буду воду убирать. Нам надо здесь сделать. Ну, я думаю, такой длиной будет достаточно. И еще в бок сколько там. Так, сейчас вот здесь. Смотрите, подводный дом вообще невидимый будет. Вообще шикарный такой. Слушай, Женечка, у меня вопросики, моторочки. А мы можем сделать этот... светящийся камень в качестве пола для этого дома. Не, ма, слишком ярко. Там чуть-чуть его где-нибудь поставим и все. Так. Слишком ярко. Ну, ладно. Конечно, ма, ты что, он, смотри, как светит, вообще жесть. Так. Вот, все, готово, смотри-ка. Сейчас посмотрим. О. Я надеюсь, он ровный. А что такой маленький, ма? В смысле маленький, достаточно? Мы разделим его на две комнаты. А, ну тогда ладно, ма, все. И можно еще в подводную зону типа сделать, ну в смысле подводный нижний этаж, чтобы он был сухой. Ну, это тоже, наверное, сухой будет. Ну слушай, нормально, так, ну-ка. Мы берем, короче, губки. Вообще, смотрите, о, вообще незаметно, да, друзья, смотрите? Офигеть. Ой, сейчас здесь подправим, о. А что там проваливается? Женечка, Женечка, у меня вопросики, ма, отрозики. Ты крышу-то делать будешь? Конечно буду, ма. Давай, делай крышу. А чё, уже крышу надо? Не, давай прям над водой, над водой прям. А, ты хочешь прям, как знаешь, как аквариум, что ли, сделать? Конечно, он весь будет из стекла такой.
Так получается, в наш бункер может попасть кто угодно. Так они его не увидят, Майя. Там как бы нычка. А, ну давай сделай как этот, да. Смотри, сейчас лестницу сделаем. Так, над водой получается. Ух ты, он будет достаточно высокий. Ну да, ма. А, тут моя тарантаечка, ма, ты че мою тарантаечку уронила? Ой, я сейчас вытащу. Она там застряла в стене, ты видел, кстати? Да, все, я вытащил, ма. Так, делаем лесенку. Так. Во, следи, друзья. Теперь мы можем вот сюда. Сейчас, ма, подожди. Слышь, тут как будто гробница вообще такой идешь. Страшно, выключай. Да, ребятушки, строим морской аквариум с рыбками. Во, так. Оп. Воду убираем. Почему вода идет, друзья? Оп, вы видите, оп, да, это? Оп. О, все, кончилось. Вау, вот это круто. Мат, тебе потом надо посмотреть. Это так круто смотрится. А, ты сделал в этом, в проходике воду убрал, да? Да, ма. Все ясно, понятно с тобой, ясненько, понятно. О, ма, слишком над водой, спалят его, спалят. А. Вот так. А, ну ладно. Чуть-чуть не спалили ножи. Так я думала, что прям над водой, ты же мне сказал. А я такая, ну ладно, чё. Ну ладно. То есть подожди, мы не будем, я думала, это будет типа как закрытый аквариум, в котором будет сухо, а не влажно. Не, да, там и будет сухо. Сейчас вот это вот так вот потолком вот это закроем и все, вот так вот. А, ты все-таки потолок решил сделать. Так, я не поняла сначала, то ты хочешь потолок, то ты не хочешь потолок. Что ты хочешь? Не, да я хотел так, ма, ты просто меня неправильно поняла, ма, ты что? Ладно, ладно, шоколадно. Я изначально хотела вот так вот, вот так, вот. Смотри, ма, как круто. Мак, а на пати тут все вручную, просто все стены стеклянные возвела, вручки обточила, просто порезала пальчики, вы гляньте на это. Ну-ка, ма, давай, тут хватит уже причитать, так, ну-ка так. Все, давай-ка, я закончила, смотри, оп, вуаля, что-то как-то странно. Теперь выкачать осталось только, ма. Ну, выкачиваю. Что ты делаешь? Ну, я немножко подравниваю. А, так подожди, так это же крыша, ма. А, это крышу делаем, да. Мон, что такое все делаешь? А я думаю, что это за лишние блоки у нас здесь. Ма, по-моему, сегодня уже устала. Ма, ты устала? Я не устала, я только начала уставать. Так, вот так вот доделываем. И смотрите, друзья, все, наш подводный дом. Можно я губочки достану? Конечно, ма, даже нужно. Я хочу сама. А где они, кстати? А все? А все? Так, ну-ка. Погоди. О, я нашла губка. Погоди, стоп, я. Все, пошли убирать уже, ма. Все, все, смотри. Все. Все губочки впитали всю водичку. Вау. Смотри. Красиво, да, ма, смотри, внутри. Ничегошно так-то. Ничегошно. Вот здесь будет освещение у нас. Ой. Так, вау, смотри, ма, как портал, как портал. Вау, слушай, а сделай с той стороны тоже такой портал. Ща, ма. Смотри, крутяк, да? Слушай, а может быть мы не будем делать, короче, типа как домик для жилья здесь, а сделаем такую зону, типа лаунж-зона, сделаем, короче, диванчики такие. Давай, ма, столики. Делай, давай, давай. А я пока сейчас буду порталы украшать. Так. Давай. Смотри, это, короче, морские порталы. Морские порталы. Обязательно нам нужно вентиляцию здесь, ребяшки, поставить. Чтоб не задохнуться, мало ли. Ма, ты хочешь пройти? Пойдем, что? Пойдем, пойдем. А, тут у нас, кстати, ступенечки еще должны быть. Ну-ка тогда. Ма, пошли. Пошли за мной, ма. Ма, давай, ма, давай, пошли. Иду. Оп, оп. Смотри, круто. Тун-тун-тун-тун-тун. Слушай, как будто какая-то это... Мы идем в пирамиде. В пирамиде, ма. И так вылазим, так вылазим. Давай, так, ма, вылази. А ты замаскируешь эту штуку? Конечно, она, ма, уже замаскирована. Давай, вылази. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Оп, я вылезла. Вау, и не видно, ребятушки. Ой, я там стол поставила. Убери, пожалуйста. Ма, аккуратней. Ну-ка, смотри, и под водой не особо, когда вот только пролетаешь, тогда уже видно, а с берега не видно. Красивенько, красивенько, ничего ж на выгляд. Смотри, когда с воздуха пролетаешь, вообще крутяк, такая морская база. Так, сейчас мы эту базу внутри отбазим как следует. Давай, ма, обделай ее полностью. Отбажу сейчас все.
Так. Так, ну-ка. Мат, ты что там делаешь? Мат это уже немножечко заделала кое-чего. Мат, что ты портал сломала? Мат, ты что, совсем уже, что ли? Не, погоди, тут должны стоять важные вещи, которые необходимы. Это душевая кабинка. Смотри, ма. Это что, вот так вот под него, что ли, садится? А если, короче, он упадет, портал? Да-да-да, нет, да ты же, он не падает. Во, ма, смотри, о, смотри, под душ вообще идеально. И даже свет есть, смотрите, под душем теперь есть свет. Отлично. Да, вот, все, это уголок чисто для... Ну, в общем, мне нужны стены, погодь. Как, из чего делать стены? Давай из этих светящихся штук сделаем. Да не, ма, подожди. Давай вообще из дерева. Не-не. Не, стены не нужны. Давай. Давай, ну, вот так. Вот, да, вот так, ограждение, типа, что... Во, отлично, чтобы, типа, вот так зашел, все дела свои сделал, вышел и пошел. Все, замечательно. Тут два огромных телека, понимаешь? Что мы тут будем делать, как бы под водой? Все, отдыхать, короче, ма, и все. Вообще, смотрите, друзья, шикарно. Давай вылетим, посмотрим, как это будет смотреться, ну-ка. Так, давай посмотрим вообще, как это сверху, ну. Так, выбегаем и смотрим. Блин, мне вот это так нравится, вот эта штуковина. Какая? Ну, вот эта подземная. А, которая типа замаскированная. Да, ну-ка. Смотрим, смотрим. Что лучше? А это прикольно. Так, слушай, ну выглядит прикольно. Я, кстати, вижу, что там внутри. Я прям все вижу. И унитаз. Да, вы просто посмотрите. В общем, вот такая вот подводная база, друзья. Ставьте лайк. Да, ребятушки, поставьте лайк, напишите комментик и нажмите колокольчик и подпишитесь. Да, подпишитесь, потому что мы делаем то, что вы пишете. И пишите, что еще сделать. Пишите в комментариях все-все-все, и мы это сделаем. Все, всем пока. Всем пока, кузики. Я. Yeah.